Взрывное устройство в самолете с российскими туристами, разбившееся над Синаем, заложил сотрудник аэропорта. Его личность уже установили правоохранительные органы России и Египта. Мужчина заложил бомбу в багажном отделении. По данным спецслужб, мужчина устроился на работу в аэропорт незадолго до трагедии. При этом на собеседовании он сразу претендовал на позицию грузчика. Должность обеспечила ему свободный допуск на летное поле. Сообщается, что преступник загрузил взрывное устройство в багажное отделение самолета А-321 авиакомпании «Когалым-Авиа» вместе с остальными вещами пассажиров. Сразу после катастрофы он уволился. По некоторым данным, сейчас мужчина скрывается в Турции. Спецслужбы пытаются определить его местонахождение. Также они разыскивают еще 5 соучастников теракта. Напомню, самолет А-321 авиакомпании «Когалым-Авиа» из-за теракта потерпел крушение над Синаем 31 октября прошлого года. Погибли 224 человека.